Тайное становится явным. Сынана, кушай манную кашу. Фу, мама, я не ем манную кашу. Сына, да ты уже как Кощей, посмотри на себя, ешь. Мама, я не дал есть. Давай, ты хочешь пойти погулять? Да. Давай ты всю кашу съешь, пока я посуду мою, а потом пойдем гулять, хорошо? Пойдем гулять? Да. Тогда тебе нужно съесть всю кашу, тогда мы пойдем только погуляем. Все, пока я мою посуду, ешь. Фу, как невкусно. Может, всякого добавить? Фу, и так невкусно. Папа все ест с горчицей. Пойду с горчицей. Фу, и так невкусно. О, сына, ты что, все съел? Да. Молодец. Какой ты у меня умничка. Сейчас пойдем гулять. А если вы хотите узнать, что было дальше, читайте Виктора Драгунского «Тайна становится явным».